Вынікі пяцігоддзя і планы на будучыню. Сёння адбылася справаздачна-выбарная канферэнцыя Гомельскага абласнога аддзялення Беларускага фонду міру. Яе наведала кіраўніцтва рэспубліканскай структуры. Лепшыя міратворцы атрымалі заслужаныя ўзнагароды. Больш падрабязна раскажа Ганна Кавалёва. Міжнароднае супрацоўніцтва, міратворчая, выхаваўчая работа і дабрачыннасць, накірункі, ў якіх развіваецца Гомельскае аддзяленне Беларускага фонду міру. Прычым па кожным з іх яно працуе на выдатна. Такую адзнаку агучыў старшыня Республиканского правления фонду миру Максим Мисько. Гомельское областное отделение Белорусского фонда мира сегодня занимает одну из лидирующих позиций в работе всего фонда мира нашей республики. То количество мероприятий, которое сегодня проходит в Гомельской области, благодаря Белорусскому фонду мира, благодаря его отделению, оно огромное. Но, несмотря на это, качество этих мероприятий всегда исключительное. Задача конференции – обрание нового состава управления областного отделения и подведение выников опушные пятигодки. За этот час реализованы сотни проектов по всей Гомельщине и навод за межами краины. Прошло 30 акций «Дорогое слово мама», организовано 6 лагеров миру и дружбы, 22 елки миру, больше как 20 акций «Мы славим человека мирной працы». Здесь 18 международных поездок. Больше как 660 новонародженных отрымали статус «Дитя миру». Эти проекты уже давно стали визитной карткой Гомельского отделения. Род выников пятигодия так само повеличение колькости миротворцев. Коли в 2013-м их было около 2000, то по опошних даденных 3586. При этом одна из мэтов, до якой имкнется Гомельское отделение, заявление миротворчих подразделению у кожным працовным коллективе. До речи, великий уклад у деятельность миротворцев уносит 27-я школа Гомеля, так званая школа миру. За опошние годы она заключила 5 погоднений с установами адукации России. География супрацовництва Бранск, Смоленск, Новозыбка, Узлынка и Курск. Директор школы Светлана Кубышкина удостоена гонорового медаля Белорусского фонду миру «Заслуженный миротворец». Знаете, я очень тронута признанием работы, но не своей, а работы прежде всего нашего учреждения, средней школы номер 27, школы мира. Потому что эта медаль, конечно, нашему педагогическому, ученическому и родительскому коллективу. Потому что миротворческая деятельность – это краеугольный камень жизни нашей школы. Это очень ответственно и это очень почетно. Усяго у этот день было уручено каля 20 узнагород городского, областного и республиканского узровню. Сирот их 9 медалей, а так само подяки и гоноровые грамоты. А кроме подведения выников и узнагороджения самых активных миротворцев, складены план работы на наступный год. Если говорить о планах, то те планы, которые у нас были или мероприятия, они у нас будут продолжаться, но только немножко будут шире, вот, усовершенствованы в этом отношении. Ну и я повторяю, основное мероприятие мы будем опять уделять вот акции маршу «Дорогами мира и труда». Это сегодня главное. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель».